Здравствуйте! Приветствуем вас на канале Европлант Лайф. И в Петербурге сейчас ноябрь, не поверите, да? Я думаю, что очень многие из вас уже закончили свой дачный сезон. Сады уже, все работы закончены. Ну, возможно, у кого-то нет, потому что на самом деле мы так долго не снимали ролики по одной простой причине. Потому что все ландшафтные дизайнеры сейчас заняты, и у них происходит очень много различных работ на их объектах. Вовсю идет и посадка, и изготовление различных конструкций. То есть идут работы дренажные, например. Поэтому у нас сейчас Виктория Самгина, с которой я сегодня как раз общался, приглашает нас наконец-таки продолжить ту историю, которую мы с ней не досняли. Даже две истории. Одна с Петром Поповым, которую мы снимали в прошлом году. Мы к нему обязательно приедем. Я думаю, что это случится в ближайшие дни. Ну и еще один Баскервиль-холл, про который мы сняли уже такой небольшой сериал. И думаю, что мы продолжим его снимать в следующем году. Сейчас там крайне интересно. Там уже каркас всего сада практически готов. Одновременно уже идет и посадка растений, и строительные работы, и укладка дорожек, и освещение. В общем, там есть на что посмотреть и о чем поговорить. А сегодня мы приехали в садовый центр Европлант для того, чтобы еще раз вам напомнить, что мы все еще работаем и будем работать, ну, примерно, наверное, числа до 20 ноября, как говорят у нас в офисе, до белых мух, то есть когда окончательно не засыпет все снегом, потому что, как вы, наверное, уже знаете, вы же опытные садоводы, все контейнерные растения можно сажать хоть круглый год. Это относится ко всем, и к кустам, и к многолетникам, и к деревьям. Если растение с закрытой корневой системой, а закрытая корневая система – это значит, что растение посажено в земле, то, в принципе, его можно посадить в любую погоду и в любое время года. С ним, собственно, хуже ему не будет. Возможно, будет даже лучше. Многие дизайнеры ландшафтные и дендрологи даже рекомендуют поздние посадки, потому что растение, посаженное в зиму, быстрее весной выйдет из спячки. И если температура почвы еще будет достаточно теплой, будет, ну, не меньше плюс 4, возможно, оно даже будет развиваться и укорениться, что, опять же таки, пойдет ему на пользу. Так что, если вам скучно дома, приезжайте к нам. Растения у нас по-прежнему все еще продаются с 50% скидкой. Это будет до самого закрытия садового центра. А в следующих наших роликах мы покажем, как эти растения лучше всего посадить, как это можно хорошо сделать в зиму, чтобы растения прижились, прекрасно себя чувствовали, какие есть тонкости посадки таких растений, как кустов, так и деревьев, так и многолетников. Как я уже сказал, все это успешно сейчас сажается и будет сажаться. И Виктория Самгина нам расскажет, покажет и раскроет секрет, как это делается. Так что пока что на этом я с вами прощаюсь. Приходите в садовый центр Европлант, чтобы успеть растения и вместе с нами под четким руководством специалистов успеть их посадить, пока еще земля не застыла и погода нам позволяет достаточно комфортно это сделать, по крайней мере, в Ленобласти. На этом все. Всего доброго. Я с вами прощаюсь. С вами был я, Андрей Смирнов, ведущий канала Европлант Лайф. Всего доброго. Thank you.